федеральном конкурсе «Воспитатель года» приняла участие воспитательница из Приморского края. На всероссийском этапе Татьяна Соболь представила собственную методику развития детей на основе трудов экспертов и ежедневного общения с малышами. Конкурс очень важный этап моей жизни. Это испытание очередное. И так как современные детки, они очень активные, развитые, можно сказать, поколение Z. И для них нужен, конечно же, современный воспитатель. И вот конкурс «Воспитатель года 2023» – это прекрасная возможность то есть раскрыть свой потенциал и научиться чему-то новому. Воспитательница Центра развития ребенка представила проект выявления детских способностей посредством реализации технологии «Звездочка недели» Елены Юдиной, а также свою авторскую технологию «Звездная семья». То есть ребенку дается возможность быть в центре событий. Он у нас целую неделю становится звездой. Я оформляю стенд «Звездочка недели», на который размещаю все то, что дорого ребенку. И целую неделю ребенок рассказывает о себе, своей семье, о том, что у него получается лучше всего, и о том, что он любит больше всего. Я еще привлекла родителей. Родители стали постоянными нашими гостями. Они приходят со своими мастер-классами, участвуют в утреннем круге. Мы путешествуем, ездим на экскурсии. И дети чувствуют поддержку своих родителей и раскрываются. Даже те ребята, которые скромные, застенчивые. Напомним, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. В Приморье для поддержки педагогов реализуется целый ряд мер. Это и денежные выплаты молодым специалистам, и компенсация расходов на аренду жилья, и поощрительные выплаты участникам государственных программ всероссийских проектов. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.